В женском образовательном центре «Гидаят» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя и посвящению абитуриентов в студенты. В нем приняли участие представители министерств и ведомств республики. О том, как прошел студенческий праздник, расскажет Хамза Нурмагомедов. Красивые стихи, театральные сценки и нашиды. В этот праздничный день студентки женского центра «Гидаят» чествовали дорогих учителей. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. Мероприятие украсила познавательная викторина. Правильно ответившим на вопрос дарили вкусные подарки. Среди почетных гостей присутствовали представители власти и духовенства республики. Приятно удивлен вот той атмосфере, которая царит в этом центре, той дисциплине, вот образовательному процессу и более того, даже более этого, вот духовно-нравственному воспитанию. Те выпускники этого центра никогда, полагая, что не переступит на порог, у них будет очень хороший, благой нрав и более того, они более подготовлены к жизни, потому что они получают дополнительные, скажем так, профессии по шитью, по другим направлениям. Спасибо руководителю этого учреждения и студенткам этого учреждения, которые проявили такое уважение, подготовив такой замечательный праздник. В завершении торжества выпускники женского центра «Гидаят» передали студентам первого курса памятный подарок – светильник знаний. Поступив в наш центр «Гидаят», именно с таким намерением, чтобы знать истину, чтобы ей следовать и чтобы обладать благим нравом, как говорится, соответствовать носителям своей религии. Отметим, что женский центр «Гидаят» действует на базе Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммеда Арифа. Программа обучения включает в себя как дневную, индивидуальную и вечернюю форму обучения. Образовательный центр находится по адресу улица Дахадаева, 136. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.